Ой, какой сердитый, не бойся, это он играл с тобой. Придумали игру, а ну всплывем наверх, коротышка. Такой мелюзге здесь опасно оставаться. Никакой я не коротышка, меня зовут Генри, я сам могу себя защитить. Да что тут опасного внизу? Разве что головастики. Не только, есть еще горячие лучи, удары электротока. Ядовитые кораллы, рыбацкие сети. Акула! Это уж обязательно, акул здесь полно. Ой, да позади тебя! Акула! Смотри! Где? Спасибо тебе. Хоть ты, малыш, но друга защитить умеешь. И ты тоже. Акула позавтракала бы мной, если бы ты меня не выручил. Да ладно, чего уж там. Пошли искать стаю. Пошли. Между прочим, меня зовут Тристан, а тебя Генри. Ай, можешь называть меня коротышкой. Только тебе одному разрешаю. Thank you.
тебя шеф вызывает. Чеши быстрее! Тристан, есть особо важное задание. Мы выбрали тебя. Будьте здоровы, шеф! Как Рут жива? А в чем дело, шеф? Опять эти русские! Надо кое-что проверить и узнать. Поподробнее, шеф. Они изобрели новую скоростную подводную лодку, переходящую в самолет. Будьте здоровы, шеф! Самолет! Дам срочно нужды фотографии этого объекта. К выбросу готов? Будьте!